День независимости отмечают и жители Алматинской области. На центральной площади Талдыкургана сегодня развернулось настоящее шоу. Театрализованная постановка, патриотические песни и танцы. И даже ни погода не мешает веселью. К слову, очередную годовщину независимости талдыкурганцы встречают с большими достижениями. Город растет, строится жилье, запускаются новые производства. Все это результат стремления народа к процветанию и благополучию, говорят горожане. Мы все любим нашу родину. И поэтому, действительно, если независимость, то это на детях отражается. Какие они у нас свободные, какие они у нас обеспеченные. И у нас растет прекрасное поколение. В общем, мы счастливы, что мы родились в Казахстане, мы живем в Казахстане, и мы растим будущее поколение. Хочется сказать, чтобы с каждым часом, с каждым годом наш Казахстан становился все лучше и лучше. И узнаваем был во всем мире. У нас мир между всеми национальностями, между народностями, что в единственном нашем Казахстане светит солнце на всех одинаково. И мы живем, скажем так, в мире, в содружестве, согласии. Всех казахстанцев с праздником!